Здравствуйте, это новости Татарстана. Информационная картина дня в репортажах наших корреспондентов в студии Елены Зинатулиной. И вот о чем сегодня в выпуске. Быстрее, ближе, безопаснее. Сегодня эта дорога будет служить. Она надежная, путепровод принят. Открылась новая развязка у трассы Шали-Бавлы. Что она даст району и республике, расскажет Рамиль Шайдулин. Новинки для флота. С гордостью служить на корабле имени своего прадеда. Что за корабли спустили на воду в Зеленодольске, увидел Дмитрий Оренин. Не только 9 мая. Спасибо, что нас не забывают. Каждый год нас поздравляют. Как чествовали сегодня ветеранов, вспоминали погибших. Искандер Гемалдинов все увидел. Начнем выпуск с главного события для всей страны. Владимир Путин сегодня вступил в должность президента России. На церемонию инаугурации в Москву съехались тысячи гостей. Среди них и раис Татарстана Рустам Миниханов. В Большой Кремлевский дворец Владимир Путин прибыл на новой модели автомобиля «Аурус» – «Сенат». Президентский лимузин производится в Елабуге. В присутствии депутатов, парламентариев, общественных деятелей, глав регионов, представителей духовенства, участников СВО президент принес присягу на Конституции. Это его пятый срок на посту главы государства. Напомним, на выборах в марте Владимир Путин набрал более 87% голосов. После инаугурации вновь избранного президента действующее правительство, согласно Конституции, должно уйти в отставку. Далее глава государства в течение 2 недель должен внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Сегодня в своем выступлении Владимир Путин выразил благодарность россиянам за доверие и поддержку. Говорил о задачах и планах на новый срок. Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми. Повышать благосостояние, качество жизни российских семей. Мы уверенно смотрим вперед. Планируем свое будущее. Намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим. Рустам Миниханов поздравил Владимира Путина с инаугурацией. Раис Татарстана поблагодарил главу государства за поддержку республики. Он разместил пост в своих соцсетях и подписал: «Котлыбас, Владимир Владимирович, спасибо вам за поддержку Татарстана». Рустам Миниханов опубликовал снимки с приезда президента в республику в феврале. На одном из них глава государства прибыл в международный аэропорт Казани на Ту-214, на втором прокатился до трассы М-12 на КамАЗе. Сама торжественная церемония инаугурации длилась полчаса, но подготовка к ней была очень серьезной и значимой. Гости церемонии стали собираться в Московском Кремле задолго до начала самого события. К нему было приковано внимание всего мира. Наши коллеги наблюдали за происходящим изнутри и после завершения торжественной части пообщались с представителями Татарстана. Репортаж Дины Газалиевой. Участниками масштабного события в Кремле сегодня без преувеличения стали многие сотни человек. Представители общественных организаций, религиозных объединений, чиновники, конечно, послы и гости иностранных государств. Атмосфера на самом деле царила необыкновенная. Особенно почетные гости – это, конечно, герои специальной военной операции. Они сегодня тоже в центре политических событий, которые происходят в Московском Кремле. А потому и все награды на военной форме. Торжественная церемония вступления в должность президента страны, конечно, мероприятие особенное, волнительное и красивое. За церемонией в Кремле сегодня с нами внимательно следили десятки представителей зарубежных средств массовой информации, причем не только дружественных стран. Татарстан традиционно был представлен депутатским корпусом республики в Госдуме, принимал участие раис Татарстана и мэр столицы. Страна переживает подъем, все сплотились вокруг лидера. И мы продолжаем не просто развиваться, а по всем направлениям Россия расцветает в сложных условиях. И мне, безусловно, и как человеку, и как гражданину этой великой страны, очень приятно, что я внутри этого процесса. Сегодня в Кремле внутри этого торжественного процесса находились 3000 гостей. Все они заняли свои места в Георгиевском и Андреевском залах. По окончании церемонии не скрывали приподнятое настроение.
Ведь буквально в феврале в рамках своего послания Федеральному собранию Владимир Путин озвучил 6-летнюю программу развития страны. И вот сейчас у него все полномочия, чтобы приступить к действию. И сегодня он уже официально, конституционно получил полномочия на реализацию этого грандиозного 6-летнего цикла, в который поместится, на мой взгляд, самое главное. Россия выйдет из этого цикла новым, мощным, сильным, обновленным государством, сплоченным как никогда. И все предпосылки для этого есть. Находясь в Кремле и на таком важнейшем для государства мероприятии, я почувствовал, что наша страна великая, наша страна непобедимая, и мы связываем свое будущее именно с нашим президентом, который обязательно победит наших недругов, как он часто говорит, и для народа, для самой России будет мир и процветание, иншааллах. Уже с завтрашнего дня стартует процесс формирования состава нового российского правительства. И об этом сегодня тоже говорили в кулуарах. 12 и 14 мая депутаты Госдумы будут встречаться с кандидатами на пост федеральных министров и планируют ставить перед ними самые злободневные вопросы, в том числе от избирателей Татарстана. Сегодня нужны действительно очень и очень серьезные решения. Люди ждут этих решений. И уже с завтрашнего дня формируется правительство, и мы все, конечно же, будем максимально вовлечены в эту работу. И вот значимость сегодняшнего события трудно переоценить для всех-всех. Дина Газалиева, Александр Ерошов, Дмитрий Шилов, ТНВ, Москва. В Новошишминском районе сегодня открыли мост дружбы. Так мостостроители называют участок трассы Шали-Бавлы, который был построен совместно татарстанскими и белорусскими дорожниками. Мост и развязка возведены в рамках концессионного соглашения между правительствами России и Республики, а также частными инвесторами. Они позволят разгрузить участок у поселка Красный Октябрь, а также откроют прямой выход на федеральную трассу М7 юго-восток и северо-запад Татарстана. Раньше единственной дорогой до Казани был Оренбургский тракт. Рамиль Шайдулин с места события. Для проверки моста на прочность по традиции самыми первыми по нему едут сами строители. Вот на этих многотонных тяжелогрузах они как бы гарантируют, что по дороге ехать можно. Она выдержит любые нагрузки. Но впервые колонну возглавляет вот этот раритетный газ с символикой победы. Как бы говоря, победили тогда, справились с задачей и сейчас. Мы очень хотели сделать безопасным пересечение нашей строящейся дороги Алексеевск-Альметьевск. Потерпели наши водители, когда мы строили дорогу и строим сейчас дорогу Шали-Бавлы. Поэтому безопасность – задача номер один. Что почувствует рядовой водитель? Освещенный ровный участок без светофоров, по которому можно добраться до любой точки республики. И что немаловажно, безопасный. По бокам барьерное ограждение и самые современные стандарты. Ранее на этом участке очень часто уходили с дороги. Более 111 машин за зимний период вот приходилось вытаскивать. Даже 9 машин горючие сливали, перекачивали, потому что вытащить было невозможно. Если раньше здесь была только дорога Азеево-Черемшан, то сейчас прямо под ней пролегает и Шали-Бавлы. Одна региональная, другая федеральная. Таким образом, территория у поселка Красный Октябрь с этого дня становится настоящим транспортным хабом, откуда одинаково удобно можно уехать как на юго-восток, так и на северо-запад. Взаимодействие двух республик происходит лучшим образом, посредством высокого профессионализма. Параллельно идет обмен опытом, вот, что как бы дополняет. Нам есть что дать и есть чему поучиться. Как сегодня сообщили в Миндортрансе республики, это не первая и не последняя развязка, которая появится на трассе только в этом дорожном сезоне. Так, до ноября откроют еще 40 таких участков. Рамиль Шайдулин, Дмитрий Дубаев, ТНВ, Новошишминский район.
Сегодня, в преддверии Дня Победы, на Зеленодольском заводе имени Горького торжественно спустили на воду два судна для военно-морского флота России. Это патрульные корабли «Тайфун» и «Виктор Великий». Последний назван в честь Героя Советского Союза. На вооружении высокоточной ракеты «Калибр». Поблагодарить заводчан и республику с завершением работ приехали офицеры ВМФ, в том числе правнук Героя СССР. Где будут служить корабли, расскажет Дмитрий Аринин. Этот корабль получил имя «Виктор Великий» в честь капитана первого ранга Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он служил на Азовской флотилии. Новые судна разработаны для охраны территориальных вод и патрулирования экономической зоны. Сейчас оба правнука героя тоже моряки. Один из них – Денис Стахий. Он будет служить на этом корабле. Продолжаем династию. Буду с гордостью служить на корабле имени своего прадеда, выполнять боевые задачи, которые будут поставлены. Будем с высокой эффективностью. Корабль «Тайфун» – самый малый носитель высокоточного оружия ракет «Калибр». Судно отличает маневренность и огневая мощь. Судостроительный завод «Зеленодольский», он имеет вековую, более века историю и уже много раз себя проявлял в строительстве лучших кораблей в мире. И сейчас тоже «Виктор Великий» и «Тайфун» мы спускаем два корабля. И я надеюсь, что они принесут пользу в защите нашего государства. Зеленодольский завод имени Горького – это гордость нашей страны. Завод стабильно работает, обеспечен заказами до 2027 года. Есть много планов, в том числе и по новым моделям с использованием новых современных материалов. Экипажи кораблей «Тайфун» и «Виктор Великий» уже готовы ступить на палубу и начать свою службу. Это глубоко серийные корабли. Они несут службу на Черноморском флоте и на Балтийском флоте. Показали, как высокоэффективное оружие военно-морского флота. Для нас это символично, что сегодня мы выпускаем серийную продукцию. И с этой трибуны мы еще раз хотим заявить о том, что и проектное бюро, и заводы заинтересованы подтверждать и выпускать самую лучшую продукцию, которая есть. И каждый день подтверждать, что мы готовы. И вот готовы к новым вызовам. Традиционная церемония. А борт разбивают бутылку шампанского. До осени оба судна будут проходить испытания в Зеленодольске. После этого уже отправятся к месту службы. Оно пока засекречено. Дмитрий Аринин, Юлия Озерова, Александр Костин, ТНВ, Зеленодольск. В преддверии Дня Победы медалями Ордена за заслуги перед Республикой Татарстан в зоне СВО наградили военнослужащих 430-го и 1232-го мотострелковых полков. Об этом в соцсетях рассказал Рустам Миниханов. В этих полках служат мобилизованные из нашей республики. Как отметил в своей публикации «Раст Татарстана», гордимся вами, ребята. Спасибо нашим ребятам за боевые подвиги. Победа будет за нами. Гроза нарушителей или липовый сотрудник? Две стороны зарплатного дела Минэкологии Татарстана. Почему глава поселения и источники в министерстве опровергают версию следкома и прокуратуры об афере на 2 миллиона рублей, превышении полномочий и подлоге? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В Казанском парке Победы сегодня прошел торжественный митинг, посвященный Дню Победы. Сюда с активом Ассамблеи народов Татарстана приехал Фарид Мухаметшин. Возложили цветы к вечному огню. Участники отметили, Великая Отечественная война коснулась каждого народа. Они ковали победу своим единством. Фарид Мухаметшин поздравил собравшихся с наступающим праздником. Попросил помнить о своих отцах, дедах и прадедах. Когда мы 9 мая или накануне, вот таким образом отдаем дань уважения, признания и памяти отцам и дедам, людям, которые отдали свои жизни ради победы в очень страшной, тяжелой, Великой Отечественной войне. Я благодарю организаторов, участников и думаю, что наша многонациональная молодежь, несмотря на национальность, на язык, на вероисповедание, в этот день как никогда едины в той памяти великой, которая в нашем народе татарстанских жителей живет уже 79-й год. Активисты Молодежной ассамблеи народов Татарстана прочитали стихотворение о войне на разных языках – русском, татарском, белорусском, таджикском и казахском.
Sog'misan, esonmi, bormisan hali? Yoki qolib ketdingmi Volga yo'lida? И сердцем, и думами распятую буду молиться душой, кап черной доли с метелицей, шумами не выли над родной землей. Жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі, жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ күнгері. У меня воевал прадедушка Галимулин Абдулла. У него осталось трое детей. Один, к сожалению, еще на тот время даже не родился, четвертый ребенок. И, к сожалению, одна из моих бабушек уже своего папу не смогла увидеть, потому что дедушка не вернулся из войны. Действительно, это святой праздник не только радости, но и немножечко скорби. Ведь много людей отдали свою жизнь ради мира, ради добра, ради света. Сегодня в Государственном совете открылась фотовыставка «Реконструкторы о героях России из Татарстана». Это часть проекта «Плечом к плечу», который в этом году стал победителем конкурса фонда президентских грантов. Экспозиция знакомит с героями страны, уроженцами Татарстана. Здесь 22 фотопортрета и информация о подвиге каждого героя с 1994 года по наши дни. Сегодня выставку осмотрел Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, мы должны воспитывать новое поколение на этих примерах. Важно, чтобы эту выставку увидели как можно больше людей в городах и районах республики, знали о подвигах своих земляков. 9 мая экспозицию представят на площади Тысячелетия для всех желающих. Концерт у Дома ветеранов, возложение цветов к вечному огню, личные поздравления героев. В Татарстане проходят десятки масштабных мероприятий ко Дню Победы. Так в Казани сегодня звучали песни военных лет. Их исполняли школьники и волонтеры. Сейчас в республике проживают 11 058 ветеранов и лично поздравят каждого. Искандер Гималдинов о том, что победа одна на всех. Это актовый зал 89-й школы Казани. Из-за капризов погоды уличный концерт для ветеранов перенесли в здание. Среди гостей ветеран труда Зайтуна Хусаинова, блокадница Зинаида Бушуева и Валентина Красюк. Они вместе с молодежью пели военные песни и напутствовали ребят. Хочу сказать в основном молодежи, конечно, берегите мир, любите родину. У нас не было детства, у нас узников детства не было. Мы без детства. У нас детство забрала война. У нас не было игрушек, у нас не было ни кукол, ни машин. Очень благодарны Казань, Татарстану. Вот. Мы здесь... Для нас Казань вторая родина. Спасибо, что нас не забывают. Каждый год нас поздравляют с праздниками. В самом центре парка Урицкого играет военный оркестр. Здесь собрались активисты центра «Воин», сотрудники Росгвардии и жители Кировского и Московского районов. Они возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память погибших. Возложили цветы в память о наших предках, героях, которые отдали свою жизнь во имя свободы и независимости народа. Их подвиги должны сохраняться в сердцах и умах нынешнего поколения, особенно подрастающего. Возложение цветов для наших героев дает чувствовать причастность к этому подвигу, гордость за принадлежащую к великому народу. Это уже территория 7-й горбольницы имени Марата Садыкова. Сегодня здесь сажали белые сирени и установили мемориальный камень, посвященный медицинским работникам, погибшим в Великой Отечественной войне. В числе почетных гостей – врачи-фронтовики. Для них концерт и слова благодарности. Традиционно накануне вот 9 мая мы всем коллективом собираемся в саду белой сирени, который мы сами же вот по инициативе ветеранов создали, посадили. А камень мы с Урала доставили, с того года уже, с прошлого года занимаемся. И сегодня большое счастье, наверное, для всех ветеранов, что мы наконец-то это сегодня откроем. Отрадно понимать, что тот патриотизм, та самоотверженность, которая была в те времена, когда наши соотечественники, наши медики трудились на передовой, сейчас то же самое. В этой насыщенной предпраздничной программе главная задача – поздравить каждого ветерана и сказать спасибо за победу. Искандер Гималдинов, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.
Сегодня с половины четвертого до половины одиннадцатого закрыт проезд через площадь Тысячелетия и по улицам Правобулачная и Левобулачная до улицы Чернышевского. Завтра с половины пятого до двух ночи 10 мая полностью перекроют площадь Тысячелетия и подъездные пути к ней. Это связано с генеральной репетицией парада и торжественными мероприятиями в честь Дня Победы. Также с 6 вечера 8 мая и до 10 вечера 9 перекроют проезд по Бондаренко. Общественный транспорт Казани 9 и 10 мая будет работать по графику выходного дня. 9 мая он продлен до половины 12. Из набережных Челнов в Херсон и Белгород отправили очередную шефскую помощь. Это уже 20-й гум-конвой с начала специальной военной операции. Два большегруза увезли 18 тонн. Это продукты питания, техническое снаряжение, прибор ночного видения, противодроновое ружье, бинокли и многое другое, что пригодится военнослужащим во время выполнения боевых задач. В преддверии общенародного праздника Дня Великой Победы, который мы будем отмечать послезавтра, мы отправляем шефскую помощь нашим воинам, достойным продолжателям ратных подвигов наших отцов и дедов. Сегодня в нашей стране отмечается День радио. Его появление связано с изобретением Александра Попова. Он создал первую в мире беспроводную радиосистему. Это был 1895 год. Он взят в точку отсчета начала радиосвязи. Сегодня в стране вещают 700 радиостанций, в Татарстане больше 50. В составе медиахолдинга ТНВ работают профессионалы национального радиовещания, сотрудники Болгарадиоса. Одного из самых народных и любимых, что доказывают многочисленные исследования. К ним мы и отправились, чтобы поздравить с Днем радио и годом работы в новом формате. Сегодня у сотрудников Болгар-радиоса приподнятое настроение. У радийщиков профессиональный праздник. Только что выдали в эфир все важные новости. Инаугурация президента страны, утвержденные даты Сабантуя, подготовка ко Дню Победы. Есть минута, чтобы поздравить друг друга и сказать добрые слова. Радио – это тот праздник, с которого все начиналось. С радио начиналось телевидение, с радио начиналась новая эпоха, цифровая эпоха. И вот в этой студии, вы не поверите, у меня есть фотографии. Здесь сидел мой отец, делал там литературно-драматические программы. Радио «Болгар» — это та радиостанция, которая сегодня объединяет весь татарский народ. Я серьезно говорю, радио «Болгар» объединяет татарский народ, объединяет людей и сплачивает их вокруг великой и очень такой главной задачи, которые мы все выполняем. Болгар-радиоса уже 22 года. Его слушают по всей России, а по интернету весь татарский мир. Любимые программы можно услышать и на Яндекс.Станции. Если радиослушатель скажет: «Алиса, включи радио Болгар», то в любой точке мира можно поймать волну Болгар-радиоса, настроиться на хорошую, позитивную волну, слушать татарские песни, передачи в хорошем качестве. В последние годы аудитория Болгар-радиоса стала еще больше. Пришло много молодых. Все это результат новой концепции развития. Ретро-песни тесно переплелись с современными композициями. Появились десятки новых познавательных программ. При поддержке комиссии по родным языкам созданы сразу два новых проекта. «Узоры нации» в формате радиоспектакля вещают об известных татарах, внесших вклад в развитие языка и культуры. Еще один – «Мост единства». Здесь рассказывают о народных праздниках жителей республики. И каждый час свежие новости. В течение часа мы собираем самые актуальные новости, которые есть на просторах интернета и которые происходят на территории нашей республики, чтобы наши радиослушатели были всегда в курсе самых свежих новостей. Популярность «Болгар-радиоса» подтверждают опросы слушателей. Такой провели и сегодня. «Болгар-радиоса» в лидерах, значительно опережая медиа-конкурентов. Рекламодатели тоже оценили современный формат станции. Аудитория, на самом деле, является у «Болгар-радио», наверное, самой целевой для нас. Это жители республики,
которые находятся во всех самых отдаленных ее уголках. Благодаря радиостанции мы доносим все наши интересные новости, все акции, которые мы можем предложить нашим клиентам. «Болгар Радиос» очень творчески подходит к изготовлению рекламного контента для нас. И благодаря этой радиостанции мы увеличили свои продажи. Можем отметить хорошее сотрудничество в плане коммуникации, быстроты, скорости. Очень нравится оформление рекламы, то, что ее везде слышно. Обращаются к нам достаточно много, потому что не скрывают и говорят об этом, что услышали там на радиостанции. Количество звонков, посещений у нас также увеличивается. Самый народный проект на «Болгар-радиосе» – «Милли-премия», когда тысячи слушателей выбирают хиты года. И так уже 11 лет. И сами радийщики получили по-настоящему народное признание. В копилке «Болгар-радиоса» десятки престижных наград. Впереди подготовка ко Дню Победы. На волнах «Болгар-радиоса» будут звучать песни военных лет. А еще слушателей ждет сюрприз. Они смогут не только слушать, но и смотреть радио в интернете. Совсем скоро здесь откроется современное видео. Студия. Олег Рудинов, Азалия Прокофьева, ТНВ, Казань. И в завершении выпуска напоминаем, в Татарстане идет акция «Мой герой, моя семья». Присоединиться может каждый. Для этого нужно выложить историю своей семьи, связанную с героем или участником Великой Отечественной войны в соцсети. Рассказать, где воевали родственники, и поделиться их фото. Под публикацией нужно поставить хэштег «Мой герой, моя семья». Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате, а я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, Исянмецис. В предстоящие сутки в Татарстане характер погоды будет неустойчивым. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтасях и Зеленодольске облачно, дожди, температура днем плюс 5-9, ночью от 0 до минус 1. В Буинске, Камском устье и Тетюшах пасмурно, местами с прояснениями, пройдут дожди, местами мокрый снег. Температура днем 5-7 градусов тепла, ночью от 0 до 1 градуса мороза. В Чистополе, Нурлатах и Новошишминске переменная облачность, дожди, здесь значительно теплее, днем от плюс 11 до плюс 16, ночью от 0 до плюс 1. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Актаныше облачно с прояснениями, осадки в виде дождя. Днем от 13 до 20 градусов тепла, ночью от 0 до 1 градуса тепла. В Альметьевске, Бавлах и Азнакаево температура днем 17-21 градус выше 0, ночью от 0 до 2 градусов выше 0. Здесь облачно с прояснениями и тоже дожди. Неустойчивую погоду обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем плюс 5, ночью около 0. Будет облачно, без дождей. В Болгар днем 8 градусов, ночью около 0. Здесь будет облачно и днем дождь, ночью возможен мокрый снег. В Елабуге температура плюс 14 градусов днем. Ожидается переменная облачность и осадки. Ночью плюс 1 градус. Столица Татарстана облачно с прояснениями, без осадков. Температура около 6 градусов выше 0 днем и ночью около 1. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, порывистый, около 8 метров в секунду. Влажность 66%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде. Берегите себя. Всего доброго.